сейчас меня слышно? Скажите. Слышно ли меня сейчас? Слышно, да? Отлично. Ну, вы мне тогда давайте обратную связь, насколько мне это я сейчас попробую отключить видео. А вот так меня слышно? Я попробую пока отключить видео и посмотрим, как. У меня вот интернет будем пытаться, чтобы все было хорошо. Поэтому сразу давайте обратную связь. И хочу вас... Спасибо, София, большое. Хочу сегодня вас познакомить с секретами продаж новинок, секретами как таковыми, своими личными секретами, да, то есть, может, даже это не секреты, но вот то, что мне помогают. А также у нас будет в гостях Тина Ткачук, и она сегодня любезно согласилась рассказать она ведет несколько проектов, которые помогают продавать. И один из них – это модная косметичка. И благодаря этому проекту, только благодаря модной косметичке, она сделала продажи в прошлом месяце на 20 базовых единиц, что в совокупности составляет 18 тысяч гривен. То есть я считаю, что это достаточно, ну, достойный такой прорыв. И мне бы хотелось, чтобы вы им тоже воспользовались, и если вам понравится, чтобы вы тоже могли заработать себе деньги. Но кроме этого, в октябре я вам рекомендую обратить внимание на новинки, потому что осень, меняется погода, и каждая женщина хочет себя немножечко порадовать, да? И вот эти радости, они связаны с какими-то маленькими, вот такими. Сейчас я попробую, девочки, сейчас я, знаете, что сделаю? Я сейчас попробую еще раз перезайти. Вы не выходите, я попробую. И потом посмотрим.
Еще раз приветствую. Скажите, насколько меня сейчас слышно, видно? Я уже с вами, хочу понять, слышно вам меня или видно, и видно ли меня. Отлично, да? Тина, рада тебя приветствовать. Буквально через несколько минут я представлю нашу гостью. Она сегодня у нас в гостях, и главный спикер. Вот, и я восхищена теми проектами, которые Тина делает, а сегодня она познакомит нас с проектом «Модная косметичка». Я не знаю, слышно вам было или нет, но я повторюсь, что благодаря этому проекту ее продажи в прошлом месяце составили 20 единиц, то есть это 18 тысяч гривен, и это такой, знаете, приятный доход. И мне хотелось бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тем фишечкам, к тем секретам, которые Тина представит. И я покажу вам картинку, благодаря которой вам будет более понятно, да, о чем Тина говорит. Ну, а я несколько слов сегодня вам скажу о новинках, потому что я их тоже уже продаю. Сегодня с утра у меня были продажи на 3 базовых единицы, несмотря на то, что, вы знаете, я нахожусь уже практически скоро 2 месяца в клинике. Но это не помешало мне 5 новичков, что у меня появились, и вот продажи. Сейчас уже продажи пошли благодаря новинкам. Ну, конечно, вы уже, я точно знаю, распробовали новую парфюмированную воду, которая люксовая, да, очень мне нравится ее стиль, дизайн. Действительно, урбанистический такой вариант. Но знаете, вот что мне очень понравилось, это то, та коллекция, которая сопровождает эту парфюмированную воду. Это масло-спрей. Если быть даже дословно его перевести с английского, то сухое масло, сухое масляный мист, это туман, да, такой вот. И это очень... Такая, знаете, это относится новинка к классам люксовых парфюмерных вод, когда они добавляются, сопровождаются дополнительно какими-то коллекциями. Либо это может быть гель для душа, либо это может быть увлажняющий крем. Но вот нам компания предложила достаточно необычный продукт, и он будет в тренде. Почему? Потому что сейчас осень, и кожа, естественно, обезваживается. Будут ваши клиенты сейчас, конечно же, жаловаться, что есть какая-то сухость, есть какое-то шелушение. Второе, когда кожа суше, да, то есть быстрее выветривается на ней всякого рода ароматы. И поэтому всегда все консультанты парфюмерные, они говорят, что для того, чтобы ваш аромат точно воздержался, вам необходимо вот увлажнить тело. А здесь это уже масло есть, которое как раз оно увлажнит, оно смягчит кожу, оно и даст такое питание, и он очень имеет нежный аромат, который благодаря тому, что он уже в масле, он моментально раскрывается. И вы слышите вот даже в первых его нотках, слышны не только нотки бергамота, да, вот персика, который вот в верхних нотах. Я уже сразу, когда его наношу, раскрываются ноты вот этой снежной белой орхидеи. То есть он такой, фиалка как бы переходит в белую снежную орхидею. И вы знаете, его очень легко давать попробовать, потому что если вот этот аромат нужно нанести, дать ему немножечко вот, привыкнуть, то вот этот аромат раскрывается моментально, и клиенту я не успеваю вот рассказать о том, какие преимущества дает вот это масло-спрей, как он уже говорит, вау, какой хороший аромат, он очень нежный, он обволакивающий. То есть единственный недостаток у этого средства – это ограниченная коллекция. Поэтому я предполагаю, что его не будет очень много, то есть не то, что много, его не будет долгое время в продаже. Поэтому я вам предлагаю уже сейчас продумать, кому вы можете предложить. Впереди будут праздники, будут новогодние праздники, и это будет такое, знаете, люксовая такая
хорошая трендовая фишечка, которую можно будет предложить на подарки к Новому году. То есть они продадутся. То есть вы можете себе сделать звездные продажи, закупив сегодня. И ну, я с ним не расстаюсь, вот кто ко мне уже был. Да, вот Тима пишет, что волшебная штучка, это действительно волшебная. И она, знаете, вот, и аналогов вот этому аромату мало, и мало их аналогов в других компаниях. Поэтому вот, продумайте себе, сколько вы хотите их закупить. И, конечно же, если у вас есть клиенты там VIP-класса, которые любят всегда дополнять ароматы всеми вот возможными там гелем, для того, что, ну, вот, и компания, всегда любая компания косметическая, она говорит, что если это постоянный лояльный клиент, то он обычно к аромату хочет иметь и полный вот этот уход. И тогда вы можете это предложить в комплексе, как увлажнение с ароматом, и плюс еще гель для душа, он очень нежный, очень концентрированный, великолепный. Поэтому я не буду много сейчас рассказывать о аромате. У нас еще будут встречи. Основное, что я сейчас хочу вам продвинуть, это вот этот масло-спрей. Продумайте, потому что 16 числа, когда они выйдут, вам нужно будет уже знать, сколько закупить, иначе это уйдет из продажи. Следующий хит, который тоже я сейчас вам хочу представить, я его тоже уже продала несколько, давала уже попробовать, уже несколько заказов у меня есть, уже дали даже деньги, у меня еще нету всем вручить. Итак, у нас вот такой набор дуэт, две легких туалетных воды. Они называются фрегранс, да, то есть ароматные легкие воды. И красивое такое название. Тарт, гранатовый тарт и розовый макарон. Я, честно скажу, несмотря на то, что они легкие туалетные воды, я вот наношу сюда, если вот нанести с вечера, то вот аромат остается до утра. А если это еще попадает на одежду, то вот аромат пахнет, ну вот аромат благоухает, да, и держится до утра, несмотря на то, что это легкая туалетная вода. Очень удобно с собой его взять в сумочку. При этом это 28 мл, ну, то есть практически 30, как сегодня клиентка мне сказала, вау, еще и так много. И стоимость, они в дуэте продаются 320 гривен, но я клиентам продаю и так, то есть я говорю, смотрите, в дуэте 320 или в отдельности стоит 180 гривен, вы можете купить. Ну, то есть это ваше здесь желание, как продавать, да? И вот благодаря тому, что я дала попробовать, мне его уже заказали, потом попросили, можно еще дать попробовать там знакомым. И я говорю, что вас привлекло? Они говорят, кроме запаха, это еще очень-очень такая демократичная цена для такого аромата. Поэтому это тоже ограниченная коллекция. Обратите внимание, что это, хотя мы в компании его покупаем дуэтом, вы можете его продавать и отдельно, просто назначить свою цену, если продаете отдельно. Плюс ко всему, вы можете упаковать его красиво и положить рядом какую-то красивую конфету с надписью «Пожелание». Я именно сегодня так и сделала, положила конфету Рошен, написала там пожелание, там, говорю, этот аромат волшебный, он еще ждет ваше пожелание. В общем, знаете, вот столько эмоций человеку принесла положительных, что она пришла ко мне и еще заказала уход за лицом в виде Botanical Effect для своей дочери. Ну, вот это все было на таком эффекте. И из ограниченной коллекции, что мне хочется вам сказать, это есть вот таких две великолепных штучки с двумя разными ароматами. Одна из них бальзам для губ, а вторая это лосьон для тела. Опять-таки он парфюмированный, этот лосьон, он с ароматом, и он наносится на все тело. Значит, что из такого приятного, кроме того, что здесь очень приятный аромат, я вам рекомендую его
придавать, нанося на вот эту часть. При этом не просто взять вот этот отдельный. Возьмите, пожалуйста, презентуйте его с средством, которое называется отшелушивающий лосьон для тела из Satin Body. Почему именно с этим средством? Дело в том, что сейчас, когда сухость, вот эта часть, она больше всего страдает, это она сохнет. И поэтому вы делаете, говорите, сейчас очень важно такое сухое скрабирование. И показываете это с помощью отшелушивающего лосьона Satin Body. Вы его здесь наносите и отскрабируете. Затем смываете и даете возможность. Вот видите, от кисти, да, до вот этого локтя, вот эта часть. То есть хорошо отшелушили, смыли. Клиентке даете попробовать вот эту часть, где отшелушили, вот эту. Она сразу, во-первых, видит разницу. И потом вы говорите, вам нужно нанести увлажняющий лосьон, он у нас есть, конечно, в этой же коллекции. Я вам рекомендую купить эксклюзив. Дело в том, что сейчас будет необходимо увлажнение не только для вашей кожи, тела, но и для губ. Здесь есть бальзам для губ, потому что сухость сейчас будет в первую очередь будет отмечена на губах. Естественно, раз это будет сухость отмечена на губах, то губы пострадают, и, соответственно, что? Герпес быстренько выскочит, да? Или же потеряется полнота губ. А, соответственно, вы, говорю, получите вот этот лосьон, потому что в зимний период это необходимо, а здесь приятный такой очень аромат, он вкусненький, называется сахар и специи, а сюда вы нанесете тот же сахар и специи, только увлажняющий лосьон, и будете благоухать, но самое важное, кроме приятных эмоций, вы получите очень такую увлажненную, ухоженную кожу. И, конечно же, вот такое предложение вместе с этим отшелушивающим лосьоном вы можете сделать клиентки. Ну, а вот на какую сахар и специи, либо сливки и ягоды, это уже какой вот аромат больше понравится. И тоже я хочу вам ответить, что это ограниченная коллекция. А мужчин порадовать, тем более, что они любят, что это такое, знаете, как, насколько там у меня муж уже привык, что его балую. Когда он увидел что-то, говорит, а почему у меня этого еще нет, да? То есть для мужчин есть великолепное средство, это два в одном, это шампунь и лосьон гель для тела с великолепным ароматом Cityscape. Хочу из того, что важного, он концентрированный. Конечно, его на очень долго хватает. Поэтому рекомендую вам тоже вот такой вот аромат иметь. Он очень великолепный. И знаете, я вам хочу сказать, что сейчас есть очень многие девушки, которые любят вот, ну, такой унисекс аромат. То вот если взять Cityscape женский, он 100% женский. То есть его нельзя вот назвать унисексом. А вот Cityscape мужской, он относится, вот его можно отнести к такому унисексу. То есть, поэтому мне кажется, что вот этот подарок, сделав мужу, вы сделаете и себе. Потому что вы тоже сможете пользоваться ним. Потому что когда вам будет хотеться чего-то такого, знаете, ну, какого-то такого настроения более такого бизнес-леди или такого более урбанистического, то вот этот аромат, мне кажется, вам даже будет больше нравиться. Когда вам захочется игривого аромата, то тогда вы воспользуетесь вот этим Cityscape женским. Они не зря выпущены в паре. И если вот этим шампунь и гелем пользоваться вам, то вы будете благоухать, он будет более мягче раскрываться на вашей женской коже. И он тоже в ограниченной коллекции. Вот такие несколько важных фишечек я вам хотела сказать о новинках. Ну, более подробно, конечно, мы с вами будем встречаться в следующий вторник. Все, кто еще не пробовал новинки, я приглашаю себе на чай. Вы сможете попробовать. А сейчас я хочу вам представить нашу гостью.
Это молодой, очень энергичный, очень яркий лидер, Тина Ткачук. Знаете, у нее очень много проектов, мне нравится ее креативность. И сегодня, когда я ее приглашала, она говорит: «Ой, я вас с удовольствием, я сегодня веду бьюти-бар». Тоже у меня уже заинтересовало, что такое бьюти-бар. Но это мы попросим Тину, наверное, рассказать с нами в следующий раз. Тиной воспользоваться ее любезностью. А сейчас я хочу вам пригласить Тину для представления проекта «Модная косметичка». Тина, я тебе сейчас отправлю такой вот запрос на диалог. Сама отключусь. Где же у нас тут видео? Девушки, добрый вечер. Меня слышно? А видно ли? И видно. Хорошо, чудесно, но не видно. А где что? А что же что-то включить, чтобы было видно? Да что тут не видно? Так, а что же здесь нужно нажать? Так, сейчас. Чик. Сейчас, секундочку. О, а сейчас видно? Вот, поглядите, какая я вся красная. Да, я в хорошем настроении, на самом деле, добрый вечер. Я не знаю, то есть мне нужно, чтобы было здесь темно, потому что надо, чтобы было максимально бледное лицо, чтобы вам было более видно. Я не знаю, насколько у вас работают камеры, но очень хотела, чтобы вам показать, потому что то, о чем я буду рассказывать, ту картинку, которую вы видите, она у меня вся на лице с утра. Ну, то есть, единственное, что я докрашивала губы, и это правда, а все остальное, вот, ну вот. Видно? Сейчас я вам подробнее расскажу. Забегая наперед, это я уже сильно забежала, все-таки хочется представиться. Но перед тем, как хочется представиться, поблагодарить Наташеньку очень сильно хочется, потому что она прекрасный человек, она моя соседка, как оказалось. Я очень благодарна за приглашение, мне очень лестно было получить приглашение, потому что есть классные штуки, которыми я очень люблю делиться. Потому что всегда, когда делишься, освобождаешься вместо чего-то новому. Вот. Собственно, да, я вот лидер бизнес-группы с февраля этого года, в компании я с февраля прошлого года, так получилось, вот, дважды бриллиантовая звезда. В этом году я нацелена получить несколько шмелей и 1/5 шмеля по продажам. Я, собственно, сделала в прошлом месяце, завершая минимальный базовый на лидерской программе, потому что моя команда работать не захотела, пришлось все самой. Вот, и, собственно, вот эти 20 базовых, о которых говорила Наташа, произошли следующим образом. Я не могу сказать, что это персонально мной придуманный проект, где-то я его подсмотрела, услышала, неважно. Суть его такова, да, он называется «Модная косметичка». Я предложила своим подружкам, консультантам, ну, то есть, кто отозвался там в последние 2 дня до завершения моей, ну, как бы месяца закрытия, пригласила, вот девчонок, говорю, принесите свои косметички с средствами, которыми мы умывались сегодня утром, и вот все, что вы с собой принесете, то есть вы должны это, ну, этим быть накрашены, скажем так. То есть ни больше, ни меньше. И чтобы это поместилось в какую-то емкость, то есть неважно, какого размера косметичка, можно и вот такой вот чемодан, барышня, одна пришла с такой вот сумкой, показывала долго, какие у нее прекрасные маски. В общем, и суть такова, что как бы мы разбираем содержимое их косметичек, и я предлагаю гораздо более удобный, скорее, ну, как бы вариант, то есть это такое 2 в 1, это и уход за кожей, и опять же, как бы тот необходимый декор, который, допустим, вот есть леди, которые вот настолько заняты, что они потом не докрашиваются в течение дня, они просто не успевают. Как бы самая классная фишка из той, которую я, допустим, на опытный путем вывела на себе, это сочетание нескольких косметических средств, которые дают, да, вот это вот свечение, конечно, спасибо монитору, он тоже вот классно подсвечивает мне лицо, но тем не менее, как бы да, то есть на нем CC-крем, SPF основа и прозрачная пудра. Ну, то есть это то, что составляет то, что было намазано с утра, после умывалочки. Вот, собственно, в чем секрет же этой модной косметички? То есть все это вмещается действительно в косметичку.
в большую. И эти средства являются в комбинировании между собой, то есть замещение, они являются уникальными. Например, то есть я просто вот Наташа высылала более новую версию картинки, я просто добавила нумерацию, что зачем используется, но как бы вы сможете догадаться и сами, что как бы первая как бы, позиция это очищение, то есть это может быть как бы либо TimeWise, ну в данном случае как бы я пользуюсь TimeWise 3 в одном, это может быть Botanical, ну любое другое средство очищающее, там, ну не знаю, мыло. Мужское я замечательно летом пользовалась, вообще прекрасная штука. Вот. Фишка в том, что как бы после умывания обязательно нужно нанести тоник, то есть тонизировать кожу, то есть освежить, обновить, вот как указано, вот большой тоник. Здесь, вот, как видите, увлажнения нет, потому что я его заменила CC-кремом, потому что как бы он дает и увлажнение, и защиту, и он все-таки как бы пигментированный крем, поэтому мы наносим его первым. После него, причем наносим так, девочки, смотрите, то есть на самом деле его наносится как вот любой, ну, легкий увлажняющий крем, то есть сначала наносится на самые выступающие части тела, то есть обычно вот это нос. То есть, в принципе, мы начинаем с носа, на эту вот часть, а потом же все остальное. Почему? Потому что поскольку Т-зона зачастую более жирная, то есть если вы, ну, чуть больше взяли крема, чем нужно, то есть это может быть тональный крем, любой там основа, то есть если его достаточно много, то есть оно, первая эта зона выстрелит, то есть излишком, ее можно потом долить с помощью салфеточки. То есть поэтому такое вот, то есть это так проверяется, допустим, впитываемость крема в кожу, любого. И любого средства, которое, ну, ложится основой на лицо. То есть после этого очень небольшое средство SPF основы с силиконовой. Вы просто поверху проходите и получаете идеальнейшую картинку. То есть кожа мало того, что увлажненная, она защищенная, она красивый ровный тон имеет благодаря CC-крему. А вот выравнивающая основа, она дополняет, то есть она выравнивает вообще все, что там можно представить даже под самым мелким микроскопом. И поверху, то есть можно чуть-чуть добавить вот, минеральной прозрачной пудры, почему как бы без оттенка, потому что летом все-таки на ярких каких-то шарфиках лицо можно сделать более благородным бледным. То есть пудру мы наносим сверху вниз, а не снизу вверх, потому что тут есть волоски, которые мы можем распушить, и получаем идеально фарфоровый тон, то есть который, вот как видите, при искусственном освещении дает еще вот такой как бы внутреннее свечение, поэтому лицо никогда не будет бледным и плоским. То есть для того, чтобы его еще более подчеркнуть, то есть тоже вы видите золотая бронзирующая пудра, то есть вот таким вот движением вы делаете себе высокие скулы и получаете ровнейшую картинку просто. Чуть-чуть румян, и здесь указаны теньки, которые подходят абсолютно всем девушкам. Румяна здесь тоже из новой коллекции «Спелая Гуава», они тоже абсолютно всем подходят под любой типаж. А помада, которая указана здесь, вот True Dimension, легкая, прозрачная, она такая, как у меня на губах, то есть, в принципе, тоже подходит абсолютно всем, она легкая в нанесении. А тушь я предлагаю использовать коричневую или такую аметистовую, потому что она не такая строгая, как черная, и она придает такой загадочности глазам. А к этому всему, то есть это на самом деле 4 полноценных базовых весь этот набор. То есть, казалось бы, вроде бы ничего не купил, а уже все есть. И 4 базовых. И за такую красоту предлагаю еще в подарок основу под тени, потому что без них никуда. И синий механический карандаш. Почему не черный? Потому что, ну, я не знаю, будет видно или нет. Если вот нанести темно-синий карандаш, а сверху вот из этой палитры теней нанести темно-коричневый, он даст вот этот вот приятный, мягкий, достаточно темный пигмент, который при дополнительном нанесении повторном даст вечерний макияж. Готов на самом деле. То есть, в принципе, это то, что можно накраситься утром, получить, как говорят, городской casual. Опять же, я вот уже продала сегодня 4 аромата CityScape женских, потому что он волшебный, я согласна с Наташей, он абсолютно бесподобен. То есть я пользуюсь сама, и люди, которые его слышат, тоже его очень хотят. Собственно, что еще добавить? А, да, крем, который под глаза с Target Action роликовый, то есть его можно использовать тоже в течение дня поверх косметики. Маша всяко одобрила, ей сказали это в Далласе, поэтому я это тоже везде продвигаю, потому что я пользовалась до этого и так, но оказывается, это тоже так можно, это абсолютно не запрещено. Ну и что я могла пропустить? Ну вроде как и все. Если кто что понял, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Потому что на самом деле девочки очень хотят заменить что-нибудь не очень хорошее на что-то очень красивое. Я, естественно, наношу это в коробке вот для новичков. Сейчас, если возможность, я сейчас ее покажу вам даже. Она у меня вот получается упакована. Смотрите, вот так это можно оформить на самом деле. Здесь все вмещается. Вот то, о чем я говорила. Единственное, что ботаникал здесь, ну, тоник заменен. А так она очень красива, у меня ее сразу забирают. Почему наверх, почему наверх наносить? Сейчас. Ну, во-первых, CC-крем, он дает, выравнивает хорошо кожу. Но как девочки, которые пользуются CC-кремом, наверняка обратили внимание, он все-таки хорошо еще как бы в течение дня выделяет вот подкожный жир, да, вот подкожное сало, очень быстро блестит личико, и как бы его нужно удалять. Ну, коробочку покажу. Ну, это коробочка, которая из первого модуля. Вот это выглядит вот так. Ну, так оно красивенько упаковано, а все, что красивенько упаковано, все хотят. То есть там еще есть открыточка, вверху у меня еще подарочный бантик. Девочки любят подарочки, поэтому, конечно. Вот, почему возвращаемся, да, то есть потому что на самом деле, во-первых, SPF-основа, она очень хорошо матирует. То есть она матирует и не так сильно быстро начинает блестеть лицо после применения CC-крема. Еще, опять же, то есть, имея светоотражающий там, вот, фотоэлемент, да, SPF 15, вне зависимости, на каком солнце вы находитесь, как долго вы выходите на солнце, то есть оно как бы, естественно, защищает вашу кожу от ультрафиолета. То есть, потому что как бы, ультрафиолетовые лучи – это очень опасная штука. Но еще является универсальным средством перед продажей, ну, то есть после продажи сыворотки C+, на самом деле. Потому что я как бы клиента, которая только начинает пользоваться этой сывороткой, а это необходимо осенью проходить курсом. Ну, то есть я советую очень, потому что это очень волшебная штука. Потому что на вот этой вот колебании этих температур реально очень, ну, кожа, ну, то есть она не успевает адаптироваться и переживает очень сильный стресс. Это является универсальным, быстрым, легким и безопасным средством, которое в процессе адаптации кожи, допустим, при применении каких-то, при введении новых средств специального ухода осенью, то есть вы сможете просто на этом колебании температур сохранить вашу кожу в идеальном состоянии. То есть это двойная защита. А где коробочки? А это на самом деле, девочки, это моя самая первая коробочка, специально ее сохранила, то есть это коробка с под моего первого модуля. На самом деле. Коробочки, ну, на самом деле, во второй секции есть какие-то коробочки в продаже, это я точно знаю, а это, да, она у меня на память, я сентиментальная. Вот. То есть я ответила на вопрос или непонятно, Наташа? Да, хорошо. То, что как бы все, что я предлагаю, естественно, я использую на себе, я люблю очень экспериментировать и всегда ищу какие-то такие фишечки, которые мало того, что спасают меня и кому-то очень сильно нужны тоже. Просто больше находитесь в людях, действительно. Люди вас ждут, хотят ваши встречи, и чем больше вы наполнены собой любви к себе, а любишь себя очень, когда хорошо выглядишь, поэтому люди, выходите в люди чаще, потому что вашу улыбку кто-то ждет. Я спасибо вам большое, я очень была рада вас всех читать и видеть, и хорошего вечера всем, нескучной ночи. А, продукцию, да. Ну, давайте я уже, наверное, завершу видеовыступление, я смогу ответить на вопросы онлайн, если так можно, потому что тут сложно. Очень огромное. Ну, и я так понимаю, что вот благодаря тому, что ты предлагаешь принести свою косметичку, то ты предлагаешь сравнить, да, то есть как выглядит, будет лицо
вот из твоей модной косметички, и как выглядит лицо будет, если вот они покажут, чем они пользуются, да, и таким, так можно сравнить, докупить чего нету, либо приобрести полностью. Ну, то есть, видите, готовый рецепт для клиентки. И, соответственно, получается, сколько необходимо таких клиентов пригласить, чтобы, ну, вот такой объем получить, да? Дина, буду благодарна, что если ты напишешь, да, сколько у тебя таких было презентаций и какие, ну, результаты. То есть кто-то покупал полностью, кто-то частично докупал. Вот, видите, какой рецепт. То есть с утра все девочки наносят свою косметичку, и потом вечером сравнивают результат. И уже вечером можно будет попробовать, я так понимаю, твоим нанести. Угу. Ну что, великолепный такой эксперимент. И, кстати, можно предложить даже вот такую игру. А мы, девочки, любим играть. И я... Так, 7 людей, значит, 10 презентаций. Было 14 человек и 7 людей продажи, причем двое еще и плюс парфюм. Да, я хотела сказать, что вы знаете, обычно после этого еще есть до продажи к этому всему, потому что обязательно нужно поделиться эмоциями. И еще хорошо делать какие-то фотосессии. Я вам рекомендую, знаете, еще до продажи к вот этому можно набору предложить. Это как из основного, вот из новой системы, обновленной системы, да, системы обновления кожи микродермообразия, я вам рекомендую отдельно дать попробовать сыворотку, сужающую поры. Дело в том, что я не знаю, насколько кто уже обратил внимание, но вот эта сыворотка, ее можно использовать и отдельно, ежедневно, 2 раза в день. Что она делает? Во-первых, очень сужает поры. Ну вот видно просто с первого применения. И это чувствуется. Во-вторых, она, конечно, ну, я, знаете, вот пою дифирамбы новой системы, потому что вот сыворотка, когда я ее наношу, она не только снимает вот эту красноту, еще что-то, она очень хорошо как скользит. И, соответственно, вы можете вот модной косметичке еще сказать и продукт must have, да, сыворотка, сужающая поры. И тогда вы можете еще делать дополнительные продажи благодаря вот такому прекрасному проекту. Ну, что, я хочу вам сказать, наше время вот такой маленькой встречи подошло к концу. У нас на следующей встрече я вас познакомлю, каким образом подобрать сейчас продукты must-have на зимний период, и расскажу о продажах, которые я их вспомнила, когда, знаете, я только-только родила свою вторую дочь, и ей было, ну, еще 2 месяца не было, я поняла, что мне катастрофически не хватает денег, я продолжала ходить на работу, получать совершенно другие деньги. Вот, а тут я осталась как бы в декрете, маленький ребенок, и вот я поняла, что я хочу вырасти и вырасти в доходах. И вот за тот месяц, благодаря вот, продвижению вот такого класса, класс обновления образа, обновления кожи, я сделала продажи личные на 87 базовых единиц. При этом я их не вела подсчеты, я это уже увидела в конце месяца, когда закрывала, я посмотрела, вот мне не хватало на эти продукции, я ее подзакупала для этих классов. И при этом вы же понимаете, что я была не очень свободна, потому что на руках был маленький у меня ребенок. Вот этими секретами я поделюсь с вами на следующей встрече. И сейчас еще раз хочу вас поблагодарить. Проверьте свою косметичку, продумайте обязательно, кому вы можете такую вот вечеринку, игру предложить. И огромное-огромное благодарю Тине за такое вот предложение. Буду рада вашей обратной связи.
Я записала видео, вы сможете его потом получить, еще раз посмотреть, вспомнить. И напишите, что для вас сегодня было самым важным, какой продукт вам захотелось попробовать. Это очень важно, исходя из того, что вы пропишете, какой продукт вам захотелось попробовать, я потом в нашем общем вайбере и разошлю к нему маленьких три продажных фразы. Напишите, какой продукт вам понравился или что вам захотелось приобрести или попробовать. Обязательно помните, да, давая обратную связь, вы получаете взамен доход. Я отключаюсь и жду от вас обратной связи. Еще несколько минут будет работать чат для того, чтобы получить продукт, чтобы вам написать потом три волшебных продажных фразы. А вам еще раз поставлю ролик. Только ролик поставлю вдохновляющий. Как выглядит мастер вечеринка?